Друзья, всех приветствую. День второй сегодня охоты. Вот, все, загрузил рюкзак, ружье. Всплываю пока потихонечку по течению. Там за поворотом мотор заведу, поеду. Ну что, сегодня нас показывает плюс 8 градусов, это удивительно. Вчера было аж, ну, минус 4 точно было утром. Не знаю, до 5 там доходило, не доходило, на градусник не смотрел, но как сказали, что минус 4 было точно. Манихи у меня там чучела сидят. Надеюсь, сейчас там заводь вся растаяла. Ну, попытка номер 2. Попробуем поохотить сегодня утку. Селезней уток. Фух, красота, птички поют. Сейчас 15 минут 8 вечера. Пока расположусь, пока туда-сюда. Маних поправлю, где там будет уже 8 часов, и нормально. Также вечерняя зорька. О! Два черка полетели. В общем, вечерняя и утренняя зорька сегодня у меня. Посмотрим, как утка пойдет. Пойдет, не пойдет. Кто-то, говорят, вчера хорошо постреляли. Кто-то не очень. Я точно не очень. Одного черка всего. Открылся, по крайней мере. Вот, водичка прибыла в реке. Ух ты, как меня сабанит под щелью. Ладненько, встретимся уже у караулки. Точнее, в палатке. Скрадок. В скрадке встретимся и будем ждать утку. Ух ты как, а водичка-то прибыла. Вон аж куда вода зашла. Здесь вчера воды не было. Отлично. Сегодня, значит, уточка здесь будет садиться. Вот мои чучела сидят. 9 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, 9 штук. Сейчас я их немножко поправлю. Ближе к берегу кину. И будем надеяться, что подсядет сегодня какая-то уточка. Фу, ну наконец-то я в скрадке.
уже упрел. Но сегодня заметно теплее. Просто в разы. Пока без рукавку надо снять, ну я нафиг. Просто духота, пока тут с этими чучелами. Оп! Ну что, пока ехал, две кряквы видел, полетели. Пара то ли крахали, то ли гагли. Но один точно был черно-белый. Далековато. Вниз по реке улетели. И черков, наверное, с десяток видел. Вот два недалеко от дома еще полетели. Ну, посмотрим, как они сегодня будут летать. Самое главное, чтобы садились. Не, нафиг. Лучше пока так посижу. Фу. Жесть. Ну что, второй день наступил охоты. Сегодня опять в палатке, опять с печкой. Опять в тех же условиях. Чуть-чуть попозже схожу, там много валежника валяется, сушняк, елка. Нарубить надо будет охабочку. И может какую-нибудь гнилушку, березу еще надо тоже найти, чтобы дрова быстро не прогорали. Закинула, чтобы томилось, чтобы тепло было. Ночью-то все равно будет холодно, как ни крути. Да и когда долго на одном месте сидишь, начинаешь замерзать. Ну сейчас пока по кофейку, как по традиции. И будем ждать. Опять андатры вездесущие. По-любому здесь будут ездить туда-сюда. Так что покажу вам. Ну, буду показывать то, что сам вижу. Фу, ну и жарко. Так-с. Что я вроде положил? Патронтаж, документы, пол-литровый термос, колбаса, хлеб. Ну так, знаете, дома плотно поел. Что тут особо здесь готовить некогда. Что-то у меня еще есть печенюшки, эти не печенюшки, а прянички есть. Сегодня в дальномер взял. Если что, смотреть, на какую дистанцию лучше стрелять. Потому что на воде всегда обманывает. Сейчас гляну, посмотрю. Среднюю дистанцию выберу. Если утка будет садиться, уже буду знать, как лупить. Просто, знаете, по уткам, ну, на утиной охоте давно не был. И уже глазомер начинает врать. Кажется, вроде близко, на самом деле далеко. Поэтому утку и не берет. Так, дальномер здесь. Ружьишко надо сразу зарядить, потому что говорить хорошо. А если утка подлетит, то не успеешь ничего сделать. Отлично. Расчехлился конкретно уже в скрутке. Так, ну ладно, по кофеечку пока. Опа! Будем надеяться, как всегда. Если черка добуду, уже класс. Две андатры кувыркаются. Интересно понаблюдать. Короче, померил дальномером. У меня вышло 30 ровно метров вот до этих двух моних. Представляете? 30 метров ровно. А Гоголь вчера сидел вот тут аж, почти на течении. Так это 50 метров так и вышло. Офигеть надо. За 50 метров хочу взять утку. Глазомер, говорю, надо. Снова привыкал, чтоб. По воде обманывает зрение как бы. Пока тишина.
Жесткая тишина. Никто вообще даже не стреляет. И утки вообще не летают. Даже мимо, просто вот так вот на фоне неба пролетели бы. Не-а. Экшен зашкаливает. Вот так вот бывает. Ну, ждем пока. Так заметно похолоднее стало. Сейчас позвоню домой. Узнаю, сколько градусов. Я думаю, где-то плюс 3-4, может. Но поехал, было плюс 8. Вообще ноль. Что такое? Летать-то все равно должно. Целый час я сижу уже здесь, и ни одного пролета нету. Просто ни одна утка даже не пролетела, представляете? Сегодня погода хорошая, потеплее. Ничего не замерзло. Чучела красавцы сидят, а уток нет. Даже не знаю, стоит ли сидеть тут до утренней зорьки. Оп, немного еще поторчу, видно будет. Ну вот и совсем стемнело. Еще час прошел. Три черка только налетали, но не подсели. Ну, буду ждать все равно до утренней зорьки. До рассвета. Как полностью рассветет, тогда только домой двину. А так пока фиг с ним. Раз уж приехал, буду ждать. Очень мало утки и очень мало стреляют. Редкий раз, где слышно, там где-то бахнули. И то фиг его знает. Да был там кто, что нет. Вот так вот уныло пока. Ждем-с. Да будет свет, сказал монтер. И на полу разжег костер. Охренеть, друзья. Время 12 час. Ни одна утка не подсаживалась. Даже, ну, пролетали тут черки пару раз. И крахаль пролетал. Вообще не садятся и практически не стреляют. Я имею в виду другие охотники. Да. Сейчас вот немножко будет светать, и уже, наверное, буду собираться домой, потому что толку никакого нету. Вот так вот, второй день охоты, а утки нету. А вот так едешь, пока до места, черки с каждого куста вылетают. Непонятно. Вот кулики. Кулики, короче, андатры, мыши. Мыши повсюду шерчат. Сегодня печку я не топлю, потому что тепло. Ну, как сказать, тепло. Сейчас ночью-то, естественно, похолодало, но не до такой степени, как вчера было. Вчера было, конечно, дубово вообще. Ну, сегодня так, более-менее терпимо. Во! Кто-то выстрелил. Не знаю, еще часок подожду. И буду уже решать. Либо еду домой, либо еще какое-то время побуду здесь. Но все зависит от прилетов уток. Вот просто, ну, знаю такую фишку, что утка идет через день. Она день, бывает, хорошо идет. И на второй день она идет уже хуже. И вот так вот через день. То есть, ну, многие это тоже у нас говорят, то, что утка идет через день. Возможно, сегодня тот день, как раз когда она не идет. Хотя тепло, хорошо. Даже сегодня в палатке комара видел, я просто был в шоке. Везде еще снег лежит, еще холод такой, а уже комар. Не за горами, короче, это. Махалово вот это вот от комаров. Ненавижу вообще, терпеть их не могу, на дух не могу переваривать этих комаров. Кто-то говорит, внимание на них не обращает, а я, например, не могу терпеть их.
Подранок, да ну нахрен. Заляпкался. Да блин, темно, ни хрена не видно ведь. Наконец-то подлетел один чирок. Фу. И не вижу, куда он. Куда он помчал? Ау. Что-то телепается. Куда-то поплыл, не вижу. Вот, представляете, не вижу. Короче, друзья, сбил, но он утянул, ну как, уплыл, пытаясь взлететь, так чуть-чуть ляпкается и поплыл, короче, к кустам, где андатры телепались, когда посветло еще показывал. Придется дождаться рассвета, сейчас там темно, лучше шугать не буду, пусть он там осидится. Выходил, ну реально не видно вообще. Смысла нет сейчас за ним пока идти. Я думаю, здесь он у кустов будет. Как рассветет, поедем искать. Вот так вот. Сел-то недалеко, метров 20, может, было. Недолго посидел, взлетел. Я его где-то, может, метр всего лишь он. Даже метра не успел подняться, бахнул его. Заляпкался. Видно было, конечно, что заляпкался, но... Вот так вот бывает. Ну, темно, я даже не вижу толком ствол ружья. Смотрел, вот когда он только начал взлетать, крылья как бы немножко сбеливают, и тогда только получилось выстрелить. А на воде не вижу его, и все. Бляха, в самые манихи сели, а? Не понял. Ага, один есть. Перевернулся один, наконец-то. Сразу же. Черки опять подсаживались. Да что ты будешь делать? Что, одни черки, что ли? Офигеть. Короче, не был уверен. Сплавал. Действительно. Чирок. Вот он. Чирок-свистунок. Садилось 3 штуки. Сейчас фонарик включу. Блин, ничего не видно. Фу. Вот так вот в темноте и приходится. Вот он. Чирок-свистунок. И потом еще в кустах там один был подранок. Посмотрим. Найду я его или нет. Может быть, он уже дойдет к тому времени. Ну вот, по крайней мере, первая, ну, вторая уже как бы есть, но первая еще не добрал. Ну, в общем, ближе к утру начинают. Еще нет такого рассвета, но уже видно чуть-чуть, прям как будто бы посветлее становится, но на камеру реально ничего не видно. Ладно, пока лежу тут. Андатра опять чешет. Ну вот и все. Охоту я на сегодня заканчиваю. С вечера до самого утра, вот сейчас уже без 15:02 ночи. Ну как утра уже, можно сказать. Утка вообще перестала летать. Просто перестала. От слова совсем. Где-то там в стороне деревни слышно бахают. Кого бахают, непонятно.
А так, ну, одного черка добыл. Сейчас попробую найти второго в тех кустах, в которые он уполз еще в темное время. Если найду, найду, хорошо. Самое главное, когда подранка найдешь. Плохо, когда он уйдет. Сейчас в лодку все это скидаю, свое барахло, рюкзак, ружье, зачехлю и вперед домой. Опс. Червячок. Черок. Надеюсь, второго сейчас найду. Я думаю, что он дошел, скорее всего. Попадание-то хорошее было. Он там телепался долго. Сейчас посмотрим. Сейчас мотор заведу. Вот тут только чучел проеду. Мотор заведу и вдоль кустов поеду. Может, увижу. Сейчас уже посветлее так. Ох ты, у меня тут 4 манихи вообще скучковались что-то. Ладно, пусть так сидят. Потом на следующий раз приеду, их немножко надо будет подраскидать. Сейчас это уже не важно. Птички поют, красота неописуемая. Ну все, можно моторку заводить. Немножко прогреть. Вот так. Вот сюда он заплыл, в эти кусты. И поплыл, там видно было на фоне от неба отблеск такой был. Прям видно было, как пошел туда вверх по течению вдоль кустов. Сейчас посмотрим. Они частенько так уходят, а потом подыхают где-нибудь на бережку. Водичку гонит, все нормально. Ну, сейчас тихонько так проедусь. Совсем немножко. А тут буквально вот там я видел. Вот кусты заканчиваются. И где-то в этом районе. Там дальше ему смысла нету ползти. Сейчас посмотрим. Кусты я полностью объехал. Вот остается тут буквально пару кустиков. И там дальше промежуток большой, кустов нет. Туда смысла нету ему ползти. Все равно где-то здесь должен быть. Но пока не вижу. Трава, все такое. Старая трава, кусты. Но вот где-то в этом районе я сейчас только что видел, ворона что-то летала. Вот где-то прям в этом месте. Оттуда там непонятно из-за кустов, но видно, что в этом районе где-то летала. Странно, но факт. Так, короче, чуйка меня не подвела. Вот он тут и лежит. Где ворона летала, прямо тут, вот он. Все, хорошо, подранок. Когда подранок добирается, это очень хорошо. Да, черок, свистунок, все верно. Вот крыло перебито, все верно. А так он телепался, подпрыгивал на одном месте, вроде как взлететь хотел, но... не мог. Вот он. Вот он. Ну что, друзья, в итоге у меня получается два черка. Вот они, красавцы. Хе-хе-хе. Вот две. Вчера один черок, сегодня два. Уже поинтересней. Можно ехать домой. Ну что, друзья, поехал я домой. Не зря съездил. О, уныло, конечно. Столько утки нету. Блин, где вся крупная, непонятно. Такое впечатление складывается, что одни черки. Там кого-то все долбят, непонятно кого.
В общем, что, подранка я нашел. Все, завожу мотор и еду домой. Посмотрим сегодня, какая будет погода. Если будет так же тепло, то, возможно, снова на утку пойду я сюда же. Поглядим. Ну что, спасибо всем за просмотр моей унылой охоты. Желаю вам ни пуха, ни пера. Пока.